Привет вам, ребята, это опять-таки Billy Software. И, как и обещал, следующий Command Conquire — это Red Alert, или Красная Угроза. Это самая первая часть Red Alert'а и вторая часть Command Conquire как такового. Она тоже вышла в 95-м году, разрабатывалась примерно параллельно, по-моему, с Gold'ом CNC-95. Но вышло чуть позже, и вышло сначала, помню, на PlayStation 1, по-моему, а потом уже только сделали на ПК, уже году к 96-му она вышла только на ПК, уже адаптированная под 95-ю винду. Вот Westwood Studios, про которую я говорил, она сделана. Ну, я за СССР играю. В принципе, надо уже, наверное, показать, что это. Вставьте диск. Блять. Походу, придется монтировать образ, который там вместе с ней. Ну, окей. Сейчас этим займусь тогда. Да, как я и говорил, она требует диск. И самое смешное, кстати, она требует диск отдельной компании, разные, то бишь для Советского Союза отдельный диск, за союзников, то есть Америку, отдельный диск, и еще по отдельному диску на два дополнения, которые к ней вышли, это Counter-Strike и Ответный Удар. Ой, Counter-Strike это и есть Ответный Удар. Как же, блять, не помню, Affirmess одна и Counter-Strike вторая, не помню, как Affirmess переводится. Вот, они сразу устанавливаются все вместе, снова это First Decad. И, блять, их отдельно поставить не поставишь, а каждая открывается со своим, блять, диском. Ну, короче, это пиздец. Так как начиналось это с Sony PlayStation 1, там под каждый этот... под каждую компанию был отдельный диск. Вот, и за счет этого получается вот так вот. То есть там также вставляешь отдельный диск для отдельной компании и играешь мне. Заговариваюсь, что-то я сегодня. Может, потому что ночь уже. Ну да ладно, поговорим таки о Red Alert'е. Я думаю, многие играли в Red Alert 2. Ну, в принципе, есть те, кто даже не видел никогда его. Многие, я думаю, играли в третий, сейчас вот новый, который вышел. Скорость прокрутки, блядь, невозможная. Ну, а вот первый, блядь, играли довольно немногие из тех, кто... Вот, кто сейчас поклонники, допустим, Command Conquer или... хотя бы просто какие-то из их игр играли. Первый Red Alert, мне кажется, не играл никто из современных геймеров. И довольно зря. Вот, компания по сравнению с Command Conquer Gold здесь довольно хиленькая. И смысла все-таки в Gold'е побольше было. Здесь-то уже линия развития все-таки от нее. Но все-таки здесь есть на что посмотреть и чем позаниматься, блять. Погромить также... Мирное население, к примеру, тоже довольно весело, мне кажется. Отлично. Я вспомнил, что их разделять можно, действительно. Все три на одну бочку, блядь, посылаю, что-то тупо получается. Вот, ну и также поиграю первую миссию. Покажу, как она выглядит. Ну, в принципе, и так уже видно, что отстойно, блядь, она выглядит. Как не знаю, как 40-летняя шлюха на Тверской она выглядит, блять, в наше время. Ну, да все-таки, блять, это наша ностальгия, наше детство. И мы вот в это играли, ребят, блять. А не в ваши ебаные кризисы, вторые, еще всякую, третий, блять, еще всякую такую парашу. Вот эта игра моего детства, блять. Вот это было круто. Еще Warcraft 2 я играл, он тоже охуенный был. А третий говно уже был, еще и World of Warcraft из него сделали, блять.
Ну, в принципе, третий я относительно тоже любил, может, поэтому и в Доту сейчас играю, что она, ну, в принципе, она третий Warcraft, что-то говорить. Похуй, что там Blizzard отбирает авторские права, там с Valve дерутся, нахуй. Но все-таки Dota была Warcraft'ом и останется Warcraft'ом. Ну что-то мы отошли от Command Conquer. Так вот, это Red Alert первый, самый первый Red Alert, вторая игра в серии Command Conquer. Графика тоже уебищная, как и в Command Conquer Gold. И ничего, блядь, не представляет из себя на наше время. Но это тоже довольно веселая, интересная вещь. И в нее я, помню, тоже повисал довольно долго в свое время. Так же, как в Голде или в Тиберян Сане. Вот, эта линия развития, то бишь так, когда Эйнштейн изобрел машину времени. Напомню, кто не смотрел, может быть, первый ролик этой серии. Изобрел машину времени, улетел в прошлое или в будущее, там я так и не разобрался. И убил Гитлера в детстве, то бишь, чтобы он не начал Вторую мировую войну. И из-за этого в Советском Союзе скопился потенциал, который должен был уйти на Вторую мировую войну. И таким образом Советский Союз нападает на Америку, то есть на Соединенные Штаты. Вот. Вот такая вот замута, блядь. И вот с первого Red Alert как раз это начинается. Вот я и прошел первую миссию, пока пиздел. Ролики все обязательно пересмотрю. Не, вот сколько играл раньше в пиратке, естественно, ни разу не видел ни одной части с роликами. Вообще ни одной не видел. Сейчас вот, блядь, столько лет прошло после этого, и сейчас играю по новой, и только сейчас вижу ролики, которые там есть. Раньше как-то даже и представить не мог, что они там вообще существуют. Ну, сейчас у меня коллекционное лицензионное издание First Decade, в котором собраны все старые и все новые части. Так что теперь у меня есть шанс поиграть. Так же, как в Silent Hill, я сейчас тоже коллекцию собрал из полных, тоже со всеми роликами, со всей херней. Ну и тут также видим, что тоже карты и вся хрень. Ну, тут, по-моему, даже выбор есть между двумя. Ну и ролики. Ребята какие-то. Ну, здесь, кстати, графика, по крайней мере, оформление уже получше, чем в Голде была. Картинки уже такие поживее. Пикселей на солдатах побольше. Ну, там, на 2, на 3, блядь. Ну, что, электростанции валом, всего валом. Казармы есть, колючая проволока. Якубович, блядь, можно Якубовича построить. Кстати, тут смотрел недавно, как Якубович на Аэрофлот матерился. Действительно, блядь, доебали мужика. Чё за ублюдки такие? О, наглый прёт, блядь. Ещё и стреляет. В моей посадочной полосе опух, что ли, блядь. Собачки, вперед. Грызем товарищей. Ну и опять же не буду показывать миссии или рассказывать, как оно здесь было. Вот так вот оно было, блядь. Строились заводы, добывалась руда в следующих версиях Тибериум. Строились здания и гнобились враги. Вот так вот оно было. Так же, как, в принципе, и сейчас, но только гораздо интересней. Потому что тогда это было в новинку, и стратегии только-только появлялись и развивались. Тогда вот еще Warzone был, помню, 2011, по-моему, он назывался. Или 2020, что-то, 2022. Ну, как не помню цифру, блядь. Помню, что Warzone оно называлось. И там танчики, тоже вся херня. Тоже такая неплохая реал-тайм стратегия была. 3D-шная, тоже на Sony PlayStation. Тоже буквально во времена вот Command Conquer Red Alert Counter-Strike, которая тогда выходила. Ну, сейчас я построю заводец, отправлю Харвестер копытить руду. Построю Якубовича, наверное. Одного, а то что-то
пешком ходить неинтересно здесь. Вот, и буду завязывать. Там дальше у меня, я посмотрел, будет Тибериан Саны. Ну, я не буду показывать отдельно, как вот Command Conquer Gold был. Там не только Gold, там еще есть Covert Operation вместе с ней в комплекте. Но это дополнение, то бишь официальное. Так же, как здесь вот в Red Alert дополнение Counter-Strike и Affirmace. Также и Tiberian Sun и Tiberian Sun Firestorm, это же не разные игры, Firestorm это просто дополнение. Буду играть сразу просто со всеми дополнениями, то есть покажу Firestorm уже как таковой. И там же будет видно, и что такое Tiberian Sun, в принципе, это одна и та же игра. Также поступим и с Command Conquer, этот, с Red Alert вторым. То есть я не буду показывать отдельно второй Red Alert и отдельно Yuri's Revenge. Потому что это тоже примерно одно и то же. Это всего лишь дополнение. Поэтому смотреть будем сразу Red Alert 2 и Yuri's Revenge. Ну и там будет дальше Generals, наверное, сразу Zero Hour тоже. Или это все-таки вторая часть, я не помню. По-моему, это уже вторая, так что на Generals, наверное, посмотрим на обе. Ну и будут новые Tiberian Wars и третий Red Alert и все остальное. Так что оставайтесь с нами. Зовите друзей, может быть, среди них есть поклонники Command Conquer, они также посидят со мной, поностальгируют. И хором обосрём, блядь, новые Command Conquer. Вот, блядь, машинка едет, я ни разу ее здесь не видел. Не обращал внимания, она куда-то съебывается, я не успею ее догнать уже пешком-то. Вот, ну и играйте в хорошие игры, конечно, и смотрите хорошие видео. Это, напомню, был Billy Software с обзором на старый, древний 95-го года Command Conquer Red Alert с дополнениями Counter-Strike и Affirmace. И продолжим серию Command Conquer чуть-чуть в дальнейшем будущем. А для того, чтобы ничего нового не пропустить, можно подписаться на канал. Это кнопочка где-то то ли вверху, то ли под видео. Точнее, она вроде и вверху, и под видео. Ну, не суть, разберетесь. Свое мнение и отношение к Command Conquer, и, возможно, к моим обзорам, и к тому, что я гей, а моя мама проститутка, как всегда, можно оставить внизу в комментариях. Поностальгировать вместе со мной можно тоже там же в комментариях. И если кому-то понравилось и зацепило за душу так же, как и меня, то можно поставить нравится, не знаю, на ролик, к примеру. Если вы школьник и вообще не любите стратегии, какие школьники любят стратегии в наше время, то ставьте не нравится смело, потому что стратегии и школьники — это вещи абсолютно несовместимые. Даже новые стратегии. Вот. Я, кстати, канал недавно нашел, который там братюня сидит и в героев третьих играет. Вообще супер круто. Кстати, третьих героев я, наверное, тоже покажу как-нибудь. Не все, кто играет сейчас в пятых, в шестых. Может, кто-то еще помнит старые четвертые. Ну, начиная с четвертой части, они уже говно, блядь, что четвертая, что пятая, что шестая. Лучше только графика, смысла уже никакого. Посмотрим третью в довольно веселой модификации. То есть у меня не чистая третья часть, а модифицированная до 3.5. Там смеси четвертых и пятых. Ну, то есть модернизированная третья такая на уровень. Вот, обязательно я, наверное, посмотрю ее чуть-чуть позже, как закончу с Command Conquer'ами. Вот, ну и оставайтесь, подписывайтесь, смотрите, зовите друзей, вроде все сказал уже. И смотрите хорошие видео, играйте в хорошие игры. И до свидания!